долетали, дорогие друзья. Всем привет из Италии. И я рада вновь приветствовать вас на своем канале. Так, как у вас дела, как мы стали? Надеюсь, все хорошо. Спасибо, что вы. Ну что ж, лето в самом разгаре. И статуем первый сегодня на итог. Сейчас в Италии очень жарко. Помоль какао. Сегодня я предлагаю приготовить холодную пасту. Паста фредда. Трех вариантов. Интриги все. Ну что ж, не теряем время и начинаем. Ку-ку! Напоминаю, мы, как всегда, готовим итальянские блюда и креативно изучаем итальянский язык. Итак, первое. La prima pasta fredda. В кастрюлю с водой насыпаем соль, салик. Кипящую воду отправляем варить пасту. Варить. Кочери. Обязательно перемешиваем. Мескольямо. Теперь сваренную пасту нужно охладить под холодной водой. Холодная вода. Acqua fredda. Помидоры черри, помидоры чилиджини. Нарезаем на 4 части, in 4 parti. И отправляем в миску. Миска чотола. Моцарелла. Нарезаем моцареллу на кусочки. Нарезать тальяре. И отправляем в миску. Черные оливки, оливинери. Базилик, базилико. Измельчаем руками. Руки, лемани. Добавляем соль, сале, черный перец, пепенеро, орегано, оригано, оливковое масло, олью доливо и хорошо перемешиваем, мескольямо. Сваренная охлажденная паста, паста фредда. Добавляем заправку, заправка, кондименто и все хорошо перемешиваем, мескольямо. И вуаля, первая La Prima Pasta Fredda готова. Buon appetito! Вторая La Seconda Pasta Fredda. Нарезанные помидоры, помидоры тальяте. Консервированная кукуруза, mais in scatola. Черные оливки, olive nere. Консервированный тунец, тонну in scatola. Нарезанный красный лук, cipolla rossa tagliata. Добавим черный перец, добавлять aggiungere. Соль, сале. Оливковое масло, olio d'oliva. И все перемешаем, mescoliamo. Сваренная охлажденная паста, паста фредда. Добавляем заправку, заправка, кондименто. И все перемешиваем, мескольямо. Итак, вторая La Seconda Pasta Fredda готова. Buon appetito, дорогие мои! Третья La Terza Pasta Fredda. Зеленые оливки, оливки верди. Нарезаем копченую семгу. Копченая семга, сальмоне афумикато. И выкладываем в миску. Миска чотола. Измельчаем каперсы. Каперсы, каппери. Нарезаем мелко красный лук. Нарезать тальяры. Мелко, финементе. Добавляем рукколу. Руккола. Черный перец, пепенеро. Оливковое масло, олью д'олива. И все перемешиваем, мескольямо. Сваренная охлажденная паста, паста фредда. Добавляем заправку, заправка, кондименто. И все перемешиваем, мескольямо. И вуаля, третья La Terza Pasta Fredda готова. Buon appetito! Надеюсь, вам понравилась паста фредда. Выбирайте, которая вам больше по вкусу, готовьте и не забудьте поделиться результатами. Самое главное, развлекайтесь, дивертитесь, наслаждайтесь жизнью. Godetevi la vita. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео и новые рецепты. Чао-чао, до побу! Та-дам!